Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая малюсенькая посылка. Но посылка для меня не обычная, а достаточно тревожная. Пугающая даже, можно сказать, посылка. Вот скажите, вам когда-нибудь приходили такие посылки, вот так вот необычно заклеенные, видите, фирменный скотч Почты России, который явно сделан был внутри уже нашей страны, не в Китае все это перепаковывали. И вот такой штампик поступил в город Москва, индекс ММПС в поврежденном виде. То есть, видимо, в Россию на каком-то накопителе посылок она уже была вскрыта. Вот. Хорошо, что у меня внутри находится, вот видите, по маркировке charge, это внутризарядник. На ощупь он тоже, в общем-то, пальпируется вполне, поэтому давайте я вскрою, посмотрю, что там. А, и вот видите, какой-то еще здесь, только сейчас заметил, к чему-то, может быть, какие-то пометки делали и что-то прикрепляли, видите, степлером, но это мелочь. Так, давайте я вскрою и посмотрю, потому что зарядник мне этот очень нужен. Очень качественный адаптер питания в розетку. Так, ну, в общем-то, ничего такого. Ну-ка, сейчас я разрежу сам пакет и посмотрю, может быть, там что-то будет заметное. Ну, видимо, вот это, может быть, вот это отверстие было воспринято как возможность доступа к вложению. Так, в целом, это вот по этим линиям я резал пакет. Так, отложим. Ну и что касается самого адаптера, он, в общем-то, пришел в лучшем виде. Вы видите, да, что этот данный пакет... А нет, немножко здесь заметно, что он чуть-чуть вскрыт. Поэтому давайте сейчас я проверю, как он работает. Что это такое за бумажка? Непонятно, откуда она здесь взялась. Вряд ли она должна здесь находиться. Вот отверстие такое изначальное было сделано в этом пакетике. По идее, он должен с двух сторон быть таким же образом закрыт, как вот с одной из сторон. Так, пупырку мы отложим в сторону, пакет теперь тоже в сторону, и сам адаптер. Вот в чем прелесть этого адаптера. При 5 вольтах стандартном напряжении он выдает честных 3 ампера, и прошлые экземпляры, которые приходили ко мне, покупая вот эти адаптеры EasyWay уже не впервые, и они выдавали максимум 3,3 ампера. Это самое большое значение, которое мой резистор может потреблять. Это 3,3 ампера. Дальше просто происходят щелчки, когда выкручиваю больший ток. Вот. И, соответственно, он может заряжать устройство, поддерживающее Quick Charge 2.0, по-моему. 9 вольт – это 2.0. 12 вольт – это 3.0. Quick Charge 2.0 – это самый распространенный и может лить на смартфоны, поддерживающие Quick Charge, до 1,67 ампера, что тоже очень-очень круто. Также эти адаптеры очень здорово использовать с компьютерами Raspberry, ну и другие мини-компьютеры одноплатные, поскольку компьютеры любят потреблять ток 2,5 ампера, то есть 2,5 ампера они требуют. Здесь, соответственно, у вас при 5 вольтах до 3 ампер гарантированно. Поэтому, в общем-то, это один из очень хороших вариантов. Так, включили питание. Вот загорелся тестер. И давайте смотреть. Вставляю резистор. Он у меня выкручен на 1 ампер. И будем, соответственно, увеличивать ток. Quick Charge этим резистором мы никак не проверим, к сожалению. Только 5 вольт он потребляет.
Видите, как себя уверенно ведет зарядник. 1,5 ампера. Приблизились. Уверенно. 5 вольт вообще не шелохнулось, то есть не уменьшается напряжение. Вот в этом их огромное преимущество, потому что очень много на Алиэкспрессе адаптеров. Ну, вы выбираете, если дешевый, то наверняка он даже 1,5-2 ампера вам не выдаст при 5 вольтах. Самые распространенные, недорогие, которые там кучами продаются. Покупают их люди, ну, не вполне искушенные в технике. И, к сожалению, подолгу заряжают, не дай бог, там планшетные компьютеры свои с большой батареей. Видите, перевалили за 2 ампера, 2,2, и 5 вольт вообще не шелохнулось. Больше 2 ампер. Уже, видите, 2,4 практически. Вот, 2,5 ампера. На 1/100. Ну, вы понимаете, что сотые доли, такой измерительный прибор, бытовой USB-тестер, это, в общем-то, его погрешность, там, даже это больше, чем его погрешность. Ясно, что он врет не на сотые доли, а больше. Ну, я разными тестерами мерил. В общем-то, данный адаптер выдает очень хороший ток и не проседает напряжение. Видите, к 2,9 ампера приблизились, перевалили. То есть вот 3 ампера, заявленный ток максимальный. И мы видим 4,98. Ну, это фактически и есть 5 вольт искомых. Эталонных, можно так сказать, для устройств, которые не умеют заряжаться от быстрых зарядок Quick Charge. 4,98 и 3 ампера стабильно. Можно повысить, но сейчас буквально чуть-чуть может измениться напряжение. Видите, десятые не меняются, а сотые доли. Но сейчас у меня уже... Оп, все. Сейчас я, чтобы вам было слышно, щелчок такой будет. Оп, щелчок. Оп, щелчок. 3,1 ампера максимально потребляет данный резистор. Уже очень теплый. Вовсю работает кулер активный. И вы видите, 3,1, 3,11 ампера, 3,8 и 4,97 напряжения. Поэтому шикарный адаптер питания. Рад, что он доехал в целости и сохранности, несмотря там на проблемы с упаковкой. Это все пустяки. Так, верну резистор на ближе к, там, к 1 амперу, потому что не часто я тестирую что-то такое, похожее на этот адаптер питания. Мало кто выдает 3 ампера, это, в общем-то, не распространено. Только редкий, так сказать, гость обзоров и распаковок умеет такие токи выдавать. Поэтому очень рекомендую. Переходите по ссылке, вот вернул на 1 ампер, по ссылке внизу в описании к этому видео. Отличный адаптер, стоит он недорого, то есть значительно меньше $10, там, по-моему, я за него отдавал то ли 3, то ли $4, что-то в этом роде. В общем, это дешевая вещь, но очень качественная, проверенная. Вот. Использую в разных местах, просто воткнул и использую для зарядки смартфона, потому что он умеет Quick Charge выдавать 9 вольт до 1,67 ампера. То есть быстро заряжаются смартфоны. Вы можете сделать так же, там, воткнуть на кухне, где вы там просматриваете, возможно, YouTube, воткнуть в туалете, где тоже многие используют YouTube, чего греха таить, да? Соответственно, вам будет удобнее, повтыкали везде в квартире, и у вас удобство, в каждой комнате есть адаптер с быстрой зарядкой, с честным током, там можно и подсоединить к нему не только смартфон Quick Charge, но и ваш планшетный компьютер, и будет заряжаться не так, как от слабенького 1-амперного зарядника. Вот такая распаковка. Обязательно поставьте лайк внизу к этому видео. Если вы любите смотреть распаковки товаров из Китая, то в левом верхнем углу подписывайтесь на мой канал, и внизу в описании будут ссылки на мой Телеграм и ВКонтакте, где я выкладываю разные интересные находки на Алиэкспрессе, Гербесте, Бангуде и других китайских сайтах.
Спасибо за просмотр этого видео. Всем пока!